хорошо. Эффективный результат стал возможен благодаря совместной работе областных властей, застройщиков, инвесторов и, конечно, самих дольщиков. Отметить новоселье последние смогут уже через месяц. Сданы 3 дома Гринфлайта, сдан дом Речел, сдан дом Челси. Сдача домов осуществлена, приемка осуществлена, но есть вопросы, которые должны быть урегулированы застройщиком в рамках договоров долевого участия в части отделочных работ. Сегодня в дорожной карте остается 31 объект. Это порядка 3000 дольщиков. Ситуация на личном контроле губернатора Бориса Дубровского. Глава региона ежемесячно проводит рабочие совещания по квартирному вопросу обманутых южноуральцев. Как отмечают в правительстве, до конца года их должно стать на 800 человек меньше. Планируется, что новоселье отметят собственники еще 14 домов.